Всем привет! С вами Акула и Космонавт, и мы вновь в Мумидолине. У нас, по большому счету, сейчас пока что нет никаких побочных заданий, только основное про пропажу мумитролля и поговорить со сторожем. Так что направляемся сюда. Доберись до дома сторожа, нельзя терять ни минуты. Но мы, конечно же, уже потеряли не одну, а достаточно много минут, но зато спасли и помогли достаточно большому количеству существ и прочих обитателей Мумидолины. Так, вот, кажется, мы добрались до домика. А ну-ка, постой. Так, у тебя есть разрешение на такой подозрительный вид? Ха, неплохо. На чем я остановился? Точно, проход закрыт. Разворачивайся. То есть нам никак не пробраться, да? Ага. Пожалуйста, отпусти мумитролля. Так. Им лучше бы держать его в тепле, а не то. Ой, как их дергает. Ух ты! Игра окончена! Отдавай сокровища! Да, и мумитролля тоже отдавай. Привет, мумитроль. Привет, малышка Мю. Снос-мумрик. Пожалуйста, господин сторож, мы просто хотим вернуть сына. Мумитроль задержан по обвинению в вандализме и препятствии прогрессу. Ничего не могу поделать, правила не я придумал. Хотя, вообще-то я. Но правила есть правила. Прогрессу? Какому прогрессу? Ты высушил реку, погубил природу, выгнал зверей. Вы просто узкомыслите. Представьте, что будет, когда я доделаю оросительную систему. Я обеспечу водой все парки. Я тут строю долину будущего. Хватит, освободи мумитролля, а не то... А не то что? А не то я тебе покажу. Так, говорит со сторожем. Выполнен. Я так рада, что ты здесь, Нос-мумрик. Компромисс, ты нам половину сокровища и половину мумитроля. Так, стоп. Нос-мумрик, сделай что-нибудь. Наглость. А, я могу сюда пройти, да? Ох, Нос-мумрик, что же мне делать? Я творец, а не боец. Так, ну пока все, что мы можем сделать. Бунт. Нос-мумрик, я так по тебе скучал. Как поживаешь? Я так рад, что наконец-то тебя нашел. А теперь давай вызволим тебя оттуда. Ох, да уж, боюсь, это будет нелегко. Понимаешь, мой кузен может быть довольно упрямым, если уж вбил себе в голову что-то. Не волнуйся, мумитроль, я что-нибудь придумаю. Как всегда. Стоять! Должен быть способ. Мой кузен-сторож держит ключ от тюрьмы у себя дома. Только он никогда не выходит из дома, разве что по делам. И посмотреть спектакль. Да, он просто обожает театр. Театр, значит? Снос-мумрик, у меня идея. Но тут говорить нельзя. Давай встретимся в старом театре, и я все тебе расскажу. Кажется, я знаю, что за план ты придумал. И он мне нравится. Текс. Так, встретиться с моим папой в театре. Как-то они нехорошо прыгают. Интересно, это глюк какой-то или что? Нос-мумрик, я сделал это. Я придумал великолепный план, как освободить нашего дорогого мумитроля.
Отлично. Итак, полагаю, мы поставим спек. Но Смомрик, пожалуйста, пусть Муми-папа скажет. Для него это важно. Спасибо, Муми-мама. Итак, мой план — поставить спектакль, чтобы выманить 100... Тише! У меня идея! Нам надо поставить спектакль, чтобы выманить сторожа! Муми-папа не договорил. Дай ему сказать. Отлично. Придется начинать сначала. В общем, мой план — поставить превосходный спектакль, чтобы выманить сторожа из дома. Ха, гениально! Я бы сама никогда не додумалась. Я в деле. А в чем именно заключается план? Нам нужна пьеса. Я ее написал, но страницы разлетелись по всему Мумидолу. Нам понадобятся старые костюмы. Я слышал, их забрала Филипьенка. Я собрал свою старую группу, но им нужно немного порепетировать. А, еще надо раздать приглашение. И сторожу тоже. Если вы думаете, что я это одна буду делать, то вы спятили. Я сделала приглашение. Поможешь Снусмомрику их разнести? Помогу? Да я бросаю ему вызов! Кто первый раз даст приглашение, тот лучший друг Мумитроля. Невероятно! Ты нашел все страницы моего шедевра. Ты почти заслужил почетное посвящение. О, все-таки мы собрали все страницы? Неужели? Так, новый предмет приглашения. Ух ты, сколько заданий сразу же. Поставить пьесу, найти костюмы, порепетировать с группой, отдать приглашение целому, целой куче, и 8 пропавших страниц шедевра Муми-папы. Значит, страниц шедевра было, наверное, больше, потому что я же точно помню, что я не находила как минимум одну страницу. Нам понадобятся старые костюмы. Так, я слышала, их забрала Филипьенка. Группе немного не хватает практики. Порепетируй с ними, пожалуйста. А, еще нужно раздать приглашение и сторожу тоже. Так, понятно. Ага, с этими нужно старые добрые малявки. Давно их не видел. Послушаем, как они играют. Ну-ка. Отлично складывается. Теперь вы готовы к представлению? Я бы с удовольствием его тут посмотрел. Но у меня дела. Ага, значит, 7-й уровень вдохновения нужен был нам как минимум для выполнения главного задания. Ничего так у них получается. Так, значит... Ой. Группа играет гораздо лучше, прям как в старые добрые времена. Отлично, да. Так, значит, нам надо найти костюмы и отдать кучу приглашений. Значит, сейчас будем отбегать весь Мумидол, чтобы раздать приглашения. Спектакль от Муми-папы? Я такое ни за что не пропущу. Спасибо за приглашение, Снусмомрик. Так, мы отдали приглашение Тутике. Теперь надо отправиться к Снорку. Хочешь сходить в театр, Снорк? Ой, наверное, нет. Там же будет много народу и очень шумно. Скорее всего, да. Я, наверное, подожду, пока книгу выпустят. Это единственное представление по пьесе Муми-папы. Мы ее поставили, чтобы спасти Муми-дол. Эх, ну раз так, я приду. Но не обещаю, что мне понравится. Такс, приглашение Снорку отдали. Значит, теперь нам надо... Так, нет. Филипьенке, энтомологу, полицейским. Филипьенку мы вообще, по-моему, даже и не встречали еще, да? Филипьенка у нас где?
Так, найти костюмы. Да, ладно, придется побегать, значит. Спектакль? Кто будет тратить на это время? Я ценитель природы, а не искусства. Так спектакль будет о природе. Называется «Мелодия Мумидола». А, может, и стоит взглянуть. В нем занят кто-нибудь известный? Говорят, малышка Мю вытребовала себе роль. Она в этих краях довольно известна. Так, энтомологу отдали. Теперь бежим дальше. Тут вот есть бревно, но оно почему-то недоступно. И нам вот туда вот надо. Может быть, даже два бревна. И оба тут нам недоступны. Ну-ка. Ну-ка. А, вот они. Вот он, доступ. Так. Открываем шорткат. О, я думала, мы туда сможем пройти. Нет. Оказалось, что нет. Так, может быть, сверху как-то? Может быть, тогда попробовать... сначала пригласить полицейских. Может быть, они освободят нам путь через парк. Тогда мы сможем и парк превратить обратно в лес, и туда, в правую часть долины, пройти. Так, попробуем. Сторож хочет, чтобы вы вместе с ним пошли в театр, культурно провести вечер и отдохнуть. И это приказ. А, получается, отдых — это тоже работа. Я покажу сторожу, что умею отдыхать усерднее, в два раза усерднее, чем ты. Ага. Так, да, действительно, мы можем теперь тут и повыдирать всякие таблички. Вот. И, вероятно, сможем как-то пройти дальше. Так, тут у нас ничего нету полезного. Опаньки. Убери знаки. Так. А, понятно. Так. Так. Ну-ка. Где ты спрятал ключ? Если бы я тебе сказал, мне пришлось бы тебя закопать в песок. Вместе с ключом. Пожалуйста, скажи. Я унесу эту тайну в могилу, вырую ее вон там, в песке, рядом с ключом. Пожалуйста, расскажи. Мой рот на замке, а ключ в песке. Какие серьезные полицейские. Интересно, где же они прячут ключ? Никак не догадаться. Так. Да, дергай ты, дергай. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, спрятались? Да, мы успели спрятаться. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, все, меня тут нету. Так, успели улизнуть. Ой. Отлично. О, ключ. Так, не попадаемся ему на глаза. Так.
И вот он, ключ. Так, а мы там вот еще, по-моему, что-то не закончили, да? Да, у нас тут... Ой, ну-ка. О, какая сложная задачка. Ага. А, ну понятно. Так, укатываем камешек. Кажется, он до нас не дойдет. Ой, дойдет, дойдет. Полицейские, конечно, вообще не видят, да? Что у него там? Так, здесь ничего. Видите? Все, и мы можем идти направо. А, нет, туда, вниз. Да, здесь мы все зачистили. Ой. Так. О, мы там еще что-то забыли, да? А как нам туда пройти за вот эту вот? Так. О, бегом, бегом. Ой-о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 й
Ага, еще один ключ. Как интересно. Ну-ка. О, он выронил ключ. Отлично. И он тут ничего не видит. Отлично. Кажется, я уже говорила. Отлично. Так. Угу. Еще одна табличка. Так, а тут у них есть табличка или нету таблички? Гом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Ага, так. А, здесь мы вроде бы все сняли. Так-так-так. Тогда, значит, идем. Ой, сюда. Ну-ка. Угу. Нам укатить, чтобы безнаказанно делать бум-бум-бум за его спиной, или как? Ну-ка. Интересно. Ура! Последняя табличка! Так, отлично. И нам куда-то направо, да? В этой части мы еще не были. Ага, здесь пчелка где-то заблудилась. Здесь где-то заблудилась пчелка. Если мы ее найдем, мы обязательно ее отведем. Не знаю, зачем еще может мне понадобиться вдохновение, но на всякий случай я его собираю. Пойдем. Пойдем, я знаю, где твой улей. Кажется. Да, вот он. О, я отвела вместе со Снусмумриком всех пчелок по домам. Так. А тут тоже какие-то зверики. Давайте сыграем птицы. О, и для всех птиц мы сыграли. Белочка. Привет, Белочка. Такс. Ух, сколько вдохновения. Что такое интересное? Ух ты, сколько грибов. Так. Ну, отлично. Лесная мелюзга. От них практически невозможно избавиться. Они будут меня все время сопровождать.
Я не могу тут залезть. На мне мелюзга повисла. Там музычка прикольная. Так. Надо их как-то стряхнуть. Ага, так. То есть, и пока они зависают в песочнице. Вот, кажется, отстали. Так. Ой, и опять они тут. Ух ты, еще больше, чем было. Превосходно, опять они. Так. Отлично. Ух. Мы постоянно будем. Ой. Какая шумная толпа. Прям табором путешествуем. Эта мелюзга такая надоедливая. Так. Куда нам может понадобиться? Не будут за ней бегать. Так. Ёлки-палки. Все время они догоняют меня. Такс. И сюда мы не пролезем, да? Я думала, по грязи можно как-то. Ой. Ну, прекрасно. Еще больше мелюзги. Ой. Так. У меня не... А, вот, да. Так. Сейчас мы посмотрим, куда... Ага, нам надо все-таки наверх туда идти, да? Угу. Так, если мы закроем вход, мелюзга там останется? О, интересно, смогут ли они пролезть? Так. Значит, по карте мы вообще где-то не там ходим. Так, на этот раз я смог от них избавиться. Быть родителем — это томительно. Так. Похоже, мне все-таки понадобится лесная мелюзга. Надо их вернуть. Что? Зачем? Мы только от них избавились. На, елки-палки. И снова они со мной. Чертенята. Да, табор у нас шумный. Ой, дождь пошел. Сначала. Ага. Так. И мы перебираемся, да? Так, нет, почему? Так. Камешек. Еще один камешек. Ну, хотя бы по камешкам скакать мне мелюзга не будет мешать. Так. Ну, отлично. А тут мы снова не сможем, да, залезть без них, вернее, с ними. Так, что надо делать? Куда надо бежать? Так, они будут
увлечены птичкой, да? Мне надо успеть сбежать, правильно я понимаю? Так. Так. Так, они отвлеклись на птичку. Я убегаю наверх. Сейчас они опять отсюда вылезут, да? Нет. Что, опять? Нет. Ага. Мне отрезают пути к отступлению. Что-то эта секция с мелюзгой, она более даже утомительна, чем секция в этой самой, в подземелье на острове. Так, куда мы их отправим? Мы их отправим туда. Угу. Так. Нам сюда? Да. Так, сейчас они, по-моему, опять прибегут к нам, да? Дом Филифьонки совсем рядом. Да надо же. Неужели мы избавимся от этого передвижного детского садика? Мир сошел с ума. Филифьонка, ты там? Уходите, мир сошел с ума. Мы не хотим иметь с ними ничего общего. Оставьте в покое нас и наш уютный сад. Мне нужна твоя помощь. Отстаньте от нас. Я не хочу, чтобы вы портили моих идеальных детишек и мой идеальный сад. Надо ее выманить. Только как? Лесная мелюзга в моем саду? Отстаньте от меня, от моих деточек. Хулиганье. Так. О, он может портить ей, пачкать ей одежду. А вот и то самое бревно, которое я никак не могла определить. Да, вот оно тут. Значит, мы можем попачкать ей все сушащиеся предметы. Да? И, наверное, испортить... Вы портите мой прекрасный сад! Испортить прекрасный сад. Какие мы нехорошие. Да? Так, детишечки. Что мы можем сделать здесь? Зачем вы это делаете? Увидели, что вокруг все рушится, и можно, значит, прыгать в лужах. Нет, мои деточки, не водитесь с этой невоспитанной мелюзгой. Они все в грязи. Разве не видите? Это небезопасно. Кажется, ваши дети отлично проводят время. Но... Я должна их защитить. Ты прекрасно о них заботишься, но детям, кроме защиты, нужны веселье и игры. О, наверное. Но этой чумазой лесной мелюзге не помешало бы искупаться. Ну, тут ты права. И постричься. И переодеться. А, кстати, об одежде. У тебя еще остались театральные костюмы? Да, кто-то ведь должен был о них позаботиться. От театра почти ничего не осталось. Ну так вот, они нам понадобились. Мы ставим спектакль. Для паркового сторожа. Для паркового сторожа? Такой чудесный мужчина. Что ж вы сразу не сказали? Не знала, что он ценитель искусства. Впрочем, это неудивительно. Приглашение на спектакль? Что ж, я люблю театр. Но у меня столько дел дома.
Вдруг что-то пойдет не так. Читаю, пожалуй, сначала рецензии. Там будет парковый сторож. Ах, в таком случае. Поддерживать местных артистов очень важно, так что я приду. Так, нам дали костюмы. Задание выполнено. Найдены костюмы. И таким образом нам осталось только отдать приглашение сторожу, и тогда, наверное, представление сможет начаться. Отправляемся к сторожу. Ох, пока, мелюзга, вам тут будет лучше. Я вас навещу. Как-нибудь. Так, мы добежали до сторожа, вернее, до домика сторожа. Опять они тут елозят туда-сюда. Опять ты! Я тебя арестую за незаконное проникновение. Я пришел предложить перемирие. Сорыть топор войны, так сказать. У меня есть приглашение в театр на новый спектакль под названием «Мелодия Мумидола». В качестве благодарности за все, что ты сделал для долины. Ты серьезно? Меня еще никто не благодарил. Это очень много для меня значит. Я так усердно трудился. Приятно, что мои старания заметили. И я просто обожаю театр. Пожалуй, я заслужил отдых. Пожалуйста, приходи с друзьями. Друзьями? С полицейскими. Они тоже усердно трудились. О, пожалуй, они в самом деле мои друзья. В конце концов, я им плачу хорошую зарплату. Ха-ха, спектакль здесь, в Мумидоле. Что же мне надеть? Это были последние приглашения. Так, вернуться в театр. Отлично. Возвращаемся в театр. Есть! Я все свои приглашения раздала. Я обошлась на Смомрика. Вы оба отлично справились. Спасибо. Теперь можем наконец начинать представление. Я просто в восторге. Эксклюзивные билеты на премьеру. Ну вот, спектакль вот-вот начнется. Надо торопиться. Надеюсь, в доме у сторожа теперь никого нет, так что я смогу достать ключ и выпустить муми-тролля. Все приглашения розданы. Ох, чувствую, давление растет. Костюмы, инструменты лицедея. Благодарю. Так, мы готовы начать представление. Освободить муми-тролля. Пора вызволять друга. Отправляемся за ключом. Быстрее, быстрее. Так, надеюсь, у нас все получится. Так, ключ паркового сторожа. Надеюсь, это будет не слишком сложно. Я тоже надеюсь на это. Так, заходим. Ой, ничего себе. Вот это звуки. Ничего сложного. Быстрее, Сносмомрик! Охранники все ушли. Они пошли смотреть спектакль «Муми-папы». Ой, жалко, я все пропущу. Хороший вышел спектакль. Судя по всему, это настоящий шедевр. И мы наконец-то выпускаем его. Милый муми-тролль, как я рад, что мы вместе. Я так долго этого ждал, дружище. Ура, друзья наконец встретились. Нам надо добраться до отвратительной плотины сторожа. Это из-за нее вся долина пересохла. Она в парке, вот здесь. Так, веди меня, дорогой мой друг. Дверь закрыта. Сюда.
Как мы перелезем через забор? Будем друг другу помогать. Так, перелез через забор. Ну, кажется, я уже все... Все, что можно, мы сделали. Так что давайте перелезем через забор. И мы перелезаем. Ай, нога! Какая неприятность. Не могу идти. Похоже, дальше ты сам, мумитролль. У тебя получится. Я в тебя верю всем сердцем. Нет, дружище, мы сделаем это вместе. Так. А, таблички не надо выдирать, да? Я тебя понесу, теперь моя очередь. Я думала, таблички надо выдирать. А ты сильный, в тюрьме тренировался? Герой качалки. Так. И дождь пошел, естественно. Так. Ага. Нам надо... Я не слишком люблю театр, но мне бы было приятно, если бы меня пригласили. Ой. Так. Это стелс. Так, 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 так. Как они тут ходят? Ой-ой-ой-ой-ой! Попался, чтобы я тебя здесь больше не видел. Так. Я понял, почему меня не позвали в театр. У меня слишком ответственная работа. Так. Ой. Страшно. Ага, надо, значит, ждать, пока... Блызнет молния. Угу, отлично. Здесь тоже? А, нет, здесь вот так вот, наверное, да? Так. Стелс, стелс. И, кстати, нам здесь не помогает наша прокачанная стамина. Если я не пойду в театр, я сам такую драму устрою. Такс, а здесь у нас он как ходит? О, здесь они аж вдвоем вот так вот ходят. Так. Ага, снова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это неудачно было. Эй, тебе нельзя здесь находиться. Вон, никто не смеет мешать великому плану сторожа. Угу. Так, понятно. Так, значит, здесь нам надо... Куда нам надо? Ага. По центру переждать, да? А потом куда убежать, не очень понятно, правда. Так, давайте попробуем наверх. Ага, кажется, сюда. Так, трубы какие-то. Угу. Так, опа, успели. Хорошо. Ага. Так, ой-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 
Все-таки поймал. Ух. А, нет, не ух. Так, я не очень понимаю, куда нам идти сейчас. Ой, мамочки, алгоритм. Ух ты ж, ёлки-палки. Как? Так. Так. Кажется, нормально идем.
Ага. Так, и нам теперь на... Ой, мама. Как все сложно-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, наверное, вот через эти кусты надо проходить, когда близнет молния. Угу. Так, теперь, наверное, налево, да? Ну, во всяком случае, раз эти кусты видно во время ударов, тогда, наверное, это именно нужные нам кусты. Так, ага. Такс. А он как здесь это видит? Ага, здесь сюда. Так, ждем следующего удара молнии. Ух ты, сколько же их тут вообще? И никто не пошел в театр. Что ж такое? Так. Сложно пробираться. Прям такой стелсовый. Офигеть. Я невидимка. Я абсолютно невидим. Бегом. Уф. Успели. Так. О, и вышли. Отлично. А вот и плотина. Вот она, плотина сторожа. Крадет воду из долины. Недолго ей осталось. Вперед. Так, нам надо схватить ее. Идти можешь? Я в порядке. Спасибо, что подвез, дружище. Так. И мы открываем плотину. Я надеюсь, прямо сейчас в русле реки никого нету, чтобы мы никого не смыли. А то было бы не очень приятно. Какая огромная плотина. Ой-ой-ой. Полицейский притомился и спит. Мелодия Мумидола. Это... Это прекрасно. Теперь я понял. Ух ты. И там вода. Ой, его домик смыло. Что это было? Мой дом, мой парк. Мой дом, мой парк. Я плотина, все мои труды. Насмарку. Ты вообще не имел права здесь их ставить. Ну все, вы оба арестованы. Пожизненно. Хватит. Я сам во всем виноват. Я просто хотел сделать Мумидол лучше. Он и так был идеальным. Да. Теперь я это понимаю. А теперь... Вон из Мумидола. Погоди, ну Смомрик, он же хотел сделать как лучше, только по-своему. Неужели в Мумидоле не найдется место каждому? Может, вместо паркового сторожа он станет смотрителем театра? Уверен, его управленческий талант и любовь к искусству там пригодятся. Серьезно? Я буду просто счастлив, если вы не против. Ха, это меня, пожалуй, устроит. Только никаких табличек и правил. Это меня, пожалуй, устроит. Ха.
в порядке. Идеально. Угу. А ты ведь пока не уходишь, да? Да я только пришел. У меня впереди целое лето приключений. С моим лучшим другом. Ух, и получается, мы прошли все приключение. Кажется, выполнили все дополнительные задания. Вот. Помогли всем обитателям, всем зверушкам, всем насекомым. Вот. Мне понравилось. Это было очень милое приключение, хотя местами очень напряженное, как вот в последней стелс-секции. Да. Вот. Так что всем спасибо за просмотр и до встречи в новых играх.